Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делаем утепление мансардной крыши. Этот объект я вам уже показывал. Здесь мы сделали демонтаж утеплителя, я вам показывал пленки. Ну, какие там косяки есть с пленками, как мы там исправляем эти косяки. Вот сейчас я хочу показать небольшой процесс утепления. Начнем с первого этажа. Здесь вот у нас лежит утеплитель. Утеплитель у нас два вида. Первый утеплитель это в рулоне, Урсатер раскатная кровля, сразу толщиной 20 сантиметров. Сейчас я сверху вам покажу этот рулон, как им утеплить. И здесь у нас еще плитный утеплитель для того, чтобы сделать перехлесты. С этой стороны у нас лежит, вернее, стоят вот такие вот мешки, в которых утеплитель старый упакован. Видите, сколько много этого утеплителя. Здесь вот у нас такой строганный брусок, доска и вот такая вот пароизоляционная пленка, которую обычно мы используем при утеплении мансарды. Поднимаемся на второй этаж. Здесь вот у нас уже какие-то пошли процессы. Здесь вот идет подготовительная работа. Видите, диффузионная мембрана, она проклеена, сделаны какие-то заплатки. Где-то уже частично даже пошло утепление. С той стороны уже полностью все утеплено. Уже идет монтаж пароизоляционной пленки с проклейкой. Здесь вот видите, утеплитель уложен, заведен даже туда, на вот эту вот стену. С этой стороны то же самое. Утеплитель, видите, там на фронтоне. Стропила подняты выше, да, и утеплитель уходит вон в сторону улицы. Вот так это смотрится, он сразу как идет 20 сантиметров толщиной. Здесь вот идут такие отсечки. Сверху она проклеивается мультибандом, с боков и снизу она пропенивается. Все стыки у нас у пленки, у диффузионной мембраны проклеены. Здесь установлена одна плита утеплителя. Здесь тоже уже подготавливаются куски, чтобы быстрее утеплять. Вот так вот сделаны заплатки. Здесь вот есть рулон. Давай разрежем его. Покажем, как это будет у нас смотреться. Вот такой вот рулон превращается в плиту. 3 метра длина, 1,20 м ширина. Ну, примерно вот так вот встает в каркас, сразу 20 сантиметров толщина. Потом поперек этого будет двойное перехлестное утепление. То есть первый брусок пойдет перпендикулярно стропилам, потом второй пройдет вдоль стропил. То есть общая толщина утепления вот этой крыши у нас 300 миллиметров. Дальше, по примеру, как в этой комнате у нас идет утепление 300 миллиметров, да, будет сверху монтироваться пароизоляционная пленка. Здесь уже более подготовленный вариант. Стыки у нас проклеиваются лентой мультибанд. Монтируется уплотнитель для того, чтобы обжимали саморезы и чтобы были закрыты скобы. Чтобы у нас максимально была герметичная конструкция. Здесь будет монтироваться лента, приклеиваться, ну, предварительно грунтоваться и проклеиваться синей лентой. От компании Проклима, Texan One она называется, на которую потом можно будет наносить штукатурку. Кирпич предварительно, видите, проходим клеем, для того, чтобы вот эта поверхность была более-менее ровная. Вот здесь вот дальше будут доклеиваться стыки. Еще не успели они доклеить. Нарастят кусок пароизоляционной пленки и все будет как вот примерно у нас на том участке. Вот такой небольшой видеоролик. Если есть вопросы, пишите. А так, всем пока.